Уютный дом. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую Галину Хохрину, директора компании «Вяткомикс». Галина, добрый день. Добрый день. Компания «Вяткомикс» занимается строительством домов по индивидуальным заказам. Многие люди, собираясь строить свой дом, считают, что вот двухэтажный дом – это гораздо лучше, чем одноэтажный. Родственник построил, знакомый построил – это престижно, это здорово, высоко. Но так ли оправданно и так ли необходимо возводить двухэтажный дом? Вот если сразу мы начнем финансовую сторону вопроса рассматривать, то где все-таки будет лучше? Экономии в строительстве двухэтажного или одноэтажного дома здесь нет. Площадь дома, как она есть, например, 160 квадратных метров по первому этажу, либо 160 квадратных метров по второму этажу, она остается. Здесь мы не экономим. Отзывы клиентов, которые уже прожили не один год в загородном доме, говорят о том, что они не стали строить вторые этажи, что им это... Изначально был и второй этаж, да? Да, изначально. Раньше строили мансардные этажи, очень было модно. Ни от одного клиента уже слышала такой отзыв. Они устают от лестниц, они устают от барабана на крыше по металлочерепице. Соответственно, они бы от этого отошли. На сегодняшний день уже хочется людям более современный стиль дома. Архитектура домов хай-тек, которые мы сейчас строим, да, они все-таки в тренде и будут оставаться еще долгие годы. Дом хай-тек – это плоская кровля, наплавляемая, минималистический стиль. То есть это комбинация отделочных материалов по наружному фасаду. Все-таки мы живем в горизонтальной плоскости, мы люди, мы ходим в горизонт, поэтому нам комфортнее проживать в одноэтажном доме, и ощущение площади дома в одноэтажном, оно больше, нежели чем в два этажа. На первом этаже, например, 80 квадратных метров, и на втором этаже 80 квадратных метров. И чувствуем мы себя, что на первом, что на втором этаже в 80 квадратных метров, нежели чем на одном этаже в 160. За счет еще высоты потолков, то есть мы сейчас строим 3 метра потолки. То есть за счет этого мы можем добиться ощущения объема, атмосферы, да? Вот это, да. Да, пространство, да. Свободы. К тому же мы не теряем полезную площадь. Получается, у нас 3 на 3 в любом случае это лестничный пролет и холлы вокруг лестниц. Да, подходы к лестнице, то есть в общей сложности это внизу 10 квадратов и вверху 10 квадратов, то есть мы сами у себя их крадем. Вот такая информация для того, чтобы призадуматься, нужен ли вам одноэтажный либо двухэтажный дом. Ну, безусловно, специалисты компании «Вяткомикс» вам могут подробно обо всем рассказать, где можно это сделать. Вы можете зайти на сайт компании «Вяткомикс», просто в поисковике набираете название компании, заходите на сайт, можете оставить заявку, и вас подробно проконсультируют специалисты по продажам согласно вашим индивидуальным потребностям. Спасибо, Галина Хохрина, директор компании «Вяткомикс». Уютный дом.